священный огонь. Силы его велика. И только тот, кто встречался с ним лицом к лицу, понимает, насколько беспомощен человек перед стихией. Войти в огонь может только смелый, сильный и решительный. Потому что каждый поединок с бушующим пламенем — это серьезное испытание. Вода — основа жизни. Вода может победить даже огонь, ведь ее энергия бесконечна. Она дарит жизнь, но так же легко может ее отнять, утянуть в омут, закрутить водоворот, заковать льдами. Это одна из самых мощных стихий. И только смелый и сильный духом способен укротить ее. Только самых бесстрашных не испугают ее таинственные гуглины. Воздуха настолько могущественна, что может управлять даже водой. Разбушевавшийся ветер – прямая угроза жизни. Человек научился использовать силу воздуха во благо, но контролировать ее не всегда просто. Стихия воздуха подвластна лишь единицам, тем, кто может не только ходить по небу, но и оказать помощь попавшим под ее удар. Земля — это самая таинственная стихия. Ее разрушительные силы непредсказуемы. Отвоевать у стихии жизни — это сложная задача, которая под силу лишь самым мужественным, тем, кто уже прошел огонь, воду и воздух. Тем, для кого спасение человеческой жизни – главная ценность на Земле. Тех, кто службу несет в МЧС,
которых заплакать страшно.